Романс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» звучит в Щелковском районном культурном комплексе. Проза и лирика – наш язык и мировоззрение. Творчество великого русского поэта лежит в основе, пожалуй, всей современной отечественной культуры. Более 200 лет назад начался жизненный путь Александра Сергеевича Пушкина. Теперь в день рождения поэта 6 июня неизменно отмечают праздник русского языка. Александр Сергеевич навеки вошел в историю не только русской, но и мировой культуры. А праздник пушкинской поэзии стал поистине днем всех любителей поэзии и русской литературы. От молодежи до старшего поколения среди жителей России, наверное, не найдется ни одного человека, который не знал бы наизусть хоть одно четверостишье Александра Сергеевича. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. В день праздника участники творческого вечера в культурном комплексе подготовили выступление, читали классику. Ты помнишь, вьюга злилась, на небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела. Когда от шума городского совсем покоя нет душе, у ночи поездом Тамского, и вы в Михайловском уже. Там мудрый дуб уединенный шумит листвою столько лет, там, вдохновленный и влюбленный, творит божественный поэт. Задумчивость ее подруга от самых колыбельных дней течения сельского досуга мечтами украшала ей. На праздничном концерте выступили артисты Народного театра «Пигмалион», дуэт «Боярушка», а также студия спортивно-бального танца «Селена» и народный вокальный коллектив «Муза». Участники концерта подчеркнули, что спустя и сотни лет творчество великого поэта не теряет актуальности. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».